Итак, дорогие друзья, довольно много людей пришло на наш концерт. Большое вам спасибо. Также спасибо каналу ОРТ за прямую трансляцию. Как видите, доблестная милиция не дает людям пройти за преграду и встретиться со мной, чтобы взять у меня автограф. Но неважно, я постараюсь, кому смогу, дать свой автограф. Спасибо вам. Я тоже хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня поддержать нашу группу. Всех, кто пришел на наш концерт. Меня тоже хотели очень многие люди взять автограф, но, к сожалению, милиция не пропустила их. И поэтому мы здесь одни. Спасибо еще раз. Дорогие геймеры всего мира, от лица всех русскоязычных игроков поздравляю вас и нас самих с этим потрясающим праздничным днем. Новым 2011 годом. Пусть он принесет нам всем еще больше побед и новых достижений. Но самое главное – дружбу, любовь и хорошее настроение. Ведь игра – это просто игра. И вне зависимости от того, кто мы в ней являемся, в жизни все мы обычные люди, объединенные общим хобби. Пожелаю вам реализации ваших целей, развития и благополучия. Но все мы забыли о главном, о виновнике торжества, о том, благодаря кому все мы здесь собрались. В этот праздничный день от лица всего человечества я поздравляю Иисуса Христа с днем рождения, а также Его Отца, Бога. Спасибо тебе, Бог, ты вырастил отличного сына, и мы, люди, не подведем вас. Правильно, да. С Новым годом! С наступающим! С Новым годом! Наша компания с Новым годом всех поздравляет! Warcraft! Yes, Warcraft! Что там? Стойте! Группа! Салют! Вы были на концерте на Красной площади? Что вам больше всего запомнилось? Вам задать один вопрос. Вы были на концерте? Были. На Красной площади. Что вам больше всего запомнилось? Вы знаете, вот мне был симпатичен Кобзон. Кобзон. Группа Enemy вроде. Неплохо. Группа Enemy, да? Звучание вполне оригинальное. Оригинально. Вам очень понравилось, да? Ну, вполне, вполне. Что вам больше всего запомнилось? Группа Enemy. Группа Enemy, да? Да, великолепно. Просто ребята выступили, эмоции просто переполняют. Просто настолько энергично, настолько здорово. И что я могу сказать? Ну, с Новым годом, ребят! Здравствуйте! В этот прекрасный новогодний вечер так много приезжих на Красной площади. Скажите, пожалуйста, будучи коренными москвичами, как вы относитесь к приезжим? Обиток! С Новым годом пришли там. Нормально? Нормально? Да. То есть вас не напрягает то, что в Москве так много приезжих? Нет. Вот вы, будучи коренными москвичами, относитесь к приезжими в Москву? Да, относится очень хорошо. Чи, какое у вас к ним отношение? Нормально. Как вы относитесь к тому, что собор Василия Блаженного собираются продать Дмитрию Васильевичу Шишканову? Как вы считаете, вообще допустимо ли продавать вот наше достояние национальное каким-то конкретным отдельным лицам? Я считаю, что это недопустимо. Это такое достояние России, что... Мне кажется, в частные руки это не должно переходить. Да, неизвестно, что с ним будет дальше. А какие эмоции у вас вызывает? Ну, вы же, наверное, читали новость о том, что из собора Василия Блаженного собираются сделать бар. Это недопустимо. А как вы относитесь к тому, что на сцене будет выступать зарубежный исполнитель Эминема? Ну, я зарубежного не так уж уважаю, но гость, если приехал, ну, желательно Кобзона надо слушать. Кобзона, да? Да. Чтоб пел песни про победу, конечно, да? Про родину. Конечно. А какого, блядь, хуя имя мудак нам приезжает? Вот как вы считаете, почему? Ну, не знаю, вот пришел... Нахуй он нам сдался Эминем, блядь. Выгнать его, да? Пошел он нахуй, блядь, Эминем, мудак ебаный. Лучше бы Михаил Круг. Исполнитель Эминем. Пускай выступает хорошо. То есть вы считаете, что это нормально, что вместо того, чтобы здесь выступал наш Кобзон, пел песни про победу, про нашу родину, будет выступать Эминем? Это нормально, да, по-вашему?
а почему нет? А нахуй нам нужен? Если зачем сейчас... он нужен, брат? Это наш праздник, нахуй нам Эни наш сдался. Праздник, Новый год, российский праздник. Зачем нам здесь Эминем? Пускай выступает Кобзон, какая разница. Ты считаешь, что это нормально, да? Нормально. Нормально. Был потрясающий вечер. Хотелось бы спросить вас, какие онлайн-игры вы играете? Я из Канады. You two years in English. Yeah, you're playing game. No. Why? You speak English. We do. I want to ask you, what is your favorite role-playing game? Charades. Your favorite online game? What is your favorite online game? And what is your favorite role-playing game? What is okay, it? We'll play. Do you like Lineage? Do you like Lineage? Yes. Okay. And what is your favorite role-playing game? Tell us what we should say. Lineage. Lineage. Yes, Lineage. Thank you. What were we saying? Lineage. Without a doubt. Happy New Year. Thank you. What is your favorite online role-playing game? Sorry? A what? Do you like Lineage? No, I didn't play them. Yeah. What is yours? What is your favorite online role-playing game? Online role-playing game? COD? Call of Duty? Yeah. Yeah? Cool. What is your favorite online role-playing game? Call of Duty. Call of Duty. COD. Great game. Yeah. Cool game. Yeah. Do you like role-playing game? Online role-playing game? Yeah, sometimes. Yeah. And what is your favorite? В наше время очень много появилось наивных молодых людей. Ну, среди того, что строится общество потребителей, сами понимаете. Вы считаете себя наивным человеком или вами довольно сложно манипулировать? Я не считаю себя наивным человеком, так как у меня есть своя голова. Подставь руки. Две, одной не хватит. В честь того, что тобой действительно сложно манипулировать, я это понял, давай. Ты награждаешься нашей премией. Спасибо. Спасибо тебе, с Новым годом. Как вы считаете, вами легко манипулировать вообще? Или вы не наивный человек? Я думаю, что не так просто, что ли. Просто, да, с вами манипулировать. То есть награждаетесь нашим специальным подарком. Поставьте руки. Две. Вам одной не хватит. О, сейчас что-то будет. Вот. Вы рады, что получаете подарок? Ну, подарком всегда рады. Держите. Ё-моё. А какое у вас было самое крупное достижение в онлайн-играх? Не только сегодня PlayStation 2 играет. В онлайн-играх. В онлайн-играх. Что у вас достижение в онлайн-играх было? Я не играю в онлайн. А почему? Ну, особо не увлекаюсь. А почему? Я больше. Почему? Я больше спорта не увлекаюсь, не увлекаюсь. Нет, почему онлайн-игры это интересно, достаточно специфическая вещь. Мне кажется, что каждый человек должен в какой-то мере увлекаться онлайн-играми, потому что это социально развивает людей. То есть в онлайн-играх вы можете переживать фактически много жизней, да, там можете умирать и возрождаться в реальной жизни. Вы же не можете умереть и возродиться. И жизненный опыт приобретать просто в игре. То есть, мне кажется, это полезно каждому. Почему вы не играете? Нет, это понятно. Ладно, спасибо большое. Да нет, засыпающий. Утепление фанатов ко мне не подпускают. Наши парни уже готовятся выступать. Спасибо вам большое, что вы за нас голосовали. Спасибо большое телеканалу ОРТ за прямую трансляцию нашего концерта в Кремле. Надеюсь, вы его посмотрите сегодня. Надеюсь, все будет хорошо. Спасибо вам, ребята. Счастливо и с Новым годом. Ну чё, все понтово? Я готов. Я готов.